Футболист Александр Кержаков женился на дочери сенатора Милане Тюльпановой. Об этом в своем твиттере написал свежеиспеченный тесть Кержакова Вадим Тюльпанов. «Моя дочка Милана сегодня вышла замуж». На свадьбе в Питере было всего 20 гостей. После ЗАГСа и тусовки в ресторане 32-летний спортсмен и его 21-летняя невеста отправились кататься по Неве на белоснежной яхте вместе с друзьями и родными. Горько!